страшные скидки. Всем привет! Лето закончилось, наступила осень, а значит, яркие легкомысленные сумочки уже не актуальны. Для тренча или пальто нужны аксессуары более спокойных тонов. Всевозможные сайты предлагают женские сумочки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Стиль складывается из мелочей, и каждый аксессуар должен быть гармоничным дополнением вашего гардероба. При выборе сумки необходимо учитывать несколько аспектов. Прежде всего, ситуацию, при которой вы планируете ее использовать. Для ежедневного ношения на работу, для прогулок, для посещения спортзала или шопинга. Второе – ваш уникальный стиль. И третье – модные тенденции и актуальность модели, а также советы стилистов. Проще всего выбрать женскую сумку в тон одежды. Правила соблюсти несложно, особенно если гардероб выдержан в определенном стиле и цветовой гамме. Базовый аксессуар не должен быть белым, так как в этом случае его будет сложно сочетать. Лучше подобрать сумку к одежде светлую или темную, выдержанную в нейтральном оттенке. Наиболее актуальные цвета осенью – бежевый, все оттенки серого, коричневый, черный. Подбирать сочетание нужно, исходя из цветов, которые доминируют в вашем гардеробе. Одно из распространенных правил – яркие или пастельные модели для лета, а темные – для зимнего периода. Если останавливаете свой выбор на насыщенном сочном оттенке, то вовсе не обязательно выбирать для него пару обуви или ремешок. Такая сумочка может быть единственным ярким акцентом в созданном образе. Что касается моделей для сезона осень-зима, то они могут быть такого же оттенка, как и обувь, но при этом отличаться фактурой материала. На сайте Wildberries женскую сумку можно приобрести со скидкой за 2445 рублей. Ее прежняя цена – 4990. Сумка выполнена из эко-кожи, цвет беж, длина плечевого ремня 120 см, регулируемый ремешок. На дне ножки, застежка металлическая молния. Сумка-таблетка имеет один наружный карман и два отделения внутри. Вместит в себя телефон, косметику, документы и прочие женские мелочи. Красивый дизайнерский винтажный дамский клатч в стиле бохо имеет твердый каркас, хорошо держит форму, подходит для работы и учебы в качестве офисной, на свидание, на выход, в праздники. Миниатюрную эстетичную ретро-сумку можно взять также в театр или музей. Удобно носить на плече как кроссбоди и в руках как клатч. На сайте Озон женскую сумку можно приобрести со скидкой за 721 рубль. Есть выбор цвета. В наличии белые, черные, красные, желтые и голубые сумочки. Материал искусственная кожа, высота 16 см, ширина 19 см, глубина 7. Длина плечевого ремня 125 см. Застежка на магните. На сайте Яндекс.Маркет женскую сумку можно купить за 1599 рублей. Ее прежняя цена – 2200 рублей. В наличии сумки двух вариантов – белая с синей, либо бордовой окантовкой. Сумка изготовлена из эко-кожи, материал подкладки – полиэстер. Размеры 30 на 21 на 13 см. Есть внутренний карман, наружные карманы, застежка на молнии. На сайте Пан Чемодан женская сумка продается со скидкой за 10 626 рублей. Ее прежняя цена 15 180 рублей. Цвет фиолетовый, материал натуральная кожа, подкладка из полиэстера. Размер 22,5 на 15 на 8 см. Длина плечевого ремня 118 см. Тип застежки откидной клапан. На сайте Барокко женскую сумку можно приобрести за 3190 рублей. Цвет фисташка и белый, материал эко-кожа, металлическая ретро-застежка, короткий ремешок. Гармоничное сочетание аксессуара с одеждой – не единственное правило выбора. Обратите внимание также на цвет фурнитуры. Если она золотистая, то все остальные украшения должны быть такого же оттенка. Барышням невысокого роста не стоит подбирать большие сумки. Высокие девушки могут позволить себе любые сумочки, даже самые громоздкие, и они будут смотреться органично. Женщинам с пышными формами не стоит приобретать миниатюрные аксессуары. Выбирая сумку, учитывайте – замки должны легко открываться и закрываться, молнии должны соответствовать размеру. Если сумка не является брендовой, то на ней не должно быть каких-либо логотипов, так как это признак дурного тона. Не стоит выбирать изделия с украшениями насыщенного золотого или желтого цвета. Они выглядят неэстетично. Чем меньше декора, тем лучше. Такое правило всегда актуально при выборе универсальной модели. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!